Здравствуй, Даня. Андрюха, ты такой серьезный. Улыбнись. О, оседлай льва. Садись. Я два тигра, один лев и леопард. Да, снежный леопард. Леону. Да. А как это лев? Лев. По грилу прошел. Видела, что по грилу прошел? Да. Пройдешь? It is very safe. Давай. Это не горка. Попробуй, здесь очень безопасно. А здесь не горка даже. А горка дальше. Вот горка здесь, смотри, видишь? Слезай, вот тут даже лялечка ползает. Пиратская сетка. Давай быстрее. Давай быстрее. Ань, да здесь безопасно, ты слушаешься. Вот как мальчик ползает, переползай туда или туда куда-нибудь. Мам, ну, как? Руками передвигайся. Ну. Вот смотри, как мальчик делает, так и ты пробуй. Как слезть, ну, мам. Как паук. Ручки, ножки. Так. Ручки, ножки. Давай, вот сюда теперь перехватывайся, ножки подтягивай. Мам. Ну давай. Я не хочу ползать. Ты не упадешь. Они как давай, космонавты, они дороги. Немножко мускулы задребили, да? Только ехали в машине. Как раз хорошо потренировать. Ну да, перехватывайся здесь. Отлично. Ты, да. Ты как этот самый паучок. Паучок. Владик, паучок. Ты на паучка похож. Залез, Андрюк. С той стороны, давай залезай. My coat, here. А теперь my coat, come here. Может быть, здесь попробуешь? Here. Ну да, спуститься можно, да. Prøv at sige til deres mor, at det er godt for dem at bevæge sig, inden de skal sidde mange timer i bilen. Что, мне прям жива там ехать? А мы тебя здесь подстрахуем. Har de set den skik, vi har her med at hænge sutter i træet? Ну, здесь вот смотри, соски, да, кто ребятишки, значит, последний раз бросают соску, да, сосать. И вот здесь это дерево такое сосочное, да? Вот можно потом подойти посмотреть. Здесь такая традиция в Дании. Последний соску вешают на дерево. Последний раз. Попка. Здесь здорово, да? Как бы зачем это соски? Да, тут, ну, последний раз, до свидания, соска, и вешают его на дерево. Ногами вставай сюда. Ну как ногами вставай сюда? Вперед ногами. Вперед ногами. А может держаться ему за верхнюю штуку? Ноги вперед закидывай. Давай, давай. Мне никак. Да ты попробуй, не упадешь, не бойся. Папа же страхует тебя. Давай. А может быть вот за верхнюю держаться руками? Смотри, вверху есть канат такой. Вверху есть канат. Да, за него возьмись. Ну да. Вот за него и встань ножками. Что такое неуклюжий? Отлично. Ой, капюшон достал. Вот ноги вперед, вот сюда прямо. Так, подожди, это не горка. Опусти ножки. Наоборот, наверное. Нет, наоборот. Внешне. Пенечка, узо. Почему? Все правильно. Правильно, да? Давай, давай. Вот ножки сюда. Давай. Иди руками, руки вот здесь. Вот здесь обручи, вот здесь, между ладоши. Между. Как мне скачать? Вот так. Вторую руку. О, отлично! Ура! Ура! Молодец! Молодец! Не, да хорошо съехал-то. Владик. Папа его, он смотри, что тебе показывает. Ну-ка,
Сейчас попробуй сначала за бабушкой пройти. Я не могу здесь. Подстраховать тебя, да? Что? Подстраховать? Нет, его посильнее надо. Давай! Подпускай! Все, все, все. Останови! Никак, Андрей! Голова кружится! Останови, правда. Остановите! Тихо, тихо, тихо. Сейчас в другую сторону. Не надо! Тихо. Голова кружится. Тихо, отпусти, отойди от него. Ничего страшного, он мой маленький, голова закружилась, уходи. Хватит! А как же хватит? Все, пошли. Вырезай. Смешно тебя закрутило. Два паучка. Красота. Пап, тебе твой черед. Лови, лап. Лад, все? Уселся? Поудобнее. Ты на как Андрей лечь. Как будет удобно. Почему на меня? Ложись, как Андрей. Ну как? Ножки вперед. Помоги. Я не хочу, чтобы не скачу. Почему? Ну потому что папа сильно раскачает. Сильно раскачает. Так это не папа, это бабушка качает. Ладно, ты не падаешь еще, нет? Не падаешь. Как высоко. Дей, папа! Нет! Пап, давай! Я не хочу! Пап, давай! Все нормально, Влад. Стой, не выходи только, не выходи. Сейчас не надо выходить. Тебя и мама покачает. Андрюша покачает папа. Я. Трус. Смотри, Андрюха, ты так сможешь, смотри. Ух ты. Давай, пап. Покажи. Ручками надо держаться. Давай. Ты смотри, чтобы он не упал. А теперь давай папу покачаем. Давай, папа, ложись. Я не хочу. Не хочешь? Тебе девушка покачает. Ну давай. Hehehehe